Промышленный парк «Ветка» – это универсальная промышленная площадка, предназначенная для размещения предприятий различной отраслевой направленности. Парк «Ветка» – это залог успешного бизнеса и самые минимальные затраты для самых амбициозных планов. Где расположен промышленный парк «Ветка»? Парк расположен в Мамадышском районе Республики Татарстан. Сегодня Татарстан – один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, а Мамадышский район – самый крупный по площади в республике. Крупнейшие территории сельхозугодий, пашен и лесных массивов, водные ресурсы, реки Вятка и Кама, выходящие в Каспийское, Балтийское и Средиземные моря, залежи самых разнообразных природных ископаемых, и это далеко не все, чем можно воспользоваться на богатейших землях Мамадыша. На карте автодорог он занимает уникальные позиции. С запада на восток район пронизывает автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга», которая является трансконтинентальным коридором из Европы в Азию. Что нужно знать про город? Мамадыш – город с развитой инфраструктурой и комфортными условиями проживания. 5 лет подряд он признается самым благоустроенным городом Республики Татарстан, а также самым благоустроенным городом Российской Федерации в своей номинации. Недорогое комфортное жилье, качественное социальное обслуживание, разнообразный досуг, доступные современные спортивные сооружения и, главное, чистая экологическая зона. Гости и жители города могут воспользоваться услугами 6 гостиниц и 17 ресторанов и кафе. Чем привлекателен парк «Ветка»? Большая площадь для размещения производств, высокий уровень деловой активности в Камском экономическом районе, выгодное местоположение индустриального парка, обеспеченность квалифицированными кадрами, минимальные затраты на инфраструктуру, огороженная охраняемая территория, развитая социальная инфраструктура, обеспеченность сетью телекоммуникаций, дешевая рабочая сила. Главным условием включения резидентов в состав промышленного парка является экологически чистое производство без ограничений по отраслевой принадлежности. Какие льготы предоставляются резидентам парка? Освобождение от налога после выкупа земельного участка. Возможность выкупа земельного участка по льготной стоимости. Льготный тариф по электроэнергии и водоснабжению. Бесплатное подключение к энергоресурсам любой мощности. Льготная арендная плата при строительстве. Поддержка со стороны органов государственной власти и муниципалитета. Перспективы развития индустриального парка также связаны с переработкой сырья, производимого на крупнейших промышленных площадках Елабуги и Нижнекамска. Новый мост через Каму, который планируют построить в ближайшие годы, значительно облегчит транспортировку сырья из ОАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Танека» и сократит путь до аэропорта Бегишево. Где брать кадры? Мамадышский политехнический колледж готовит профессионалов по 14 специальностям и открыт для сотрудничества с резидентами по подготовке будущих сотрудников непосредственно под нужды новых предприятий. Промышленный парк «Вятка». Простые решения для новых идей.